На отрезке улицы Турикулова между Казыбек-Би и Диваева началась реконструкция. Кажется, что здесь проехала тяжелая техника и ничего на своем пути не пощадила. Лишь горы выкорченных деревьев. На самом деле городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог дал добро на расширение улицы. Улица Турикулова, которая сейчас 11 метров в ширину, будет расширена до 17-17,5 метров. В связи с расширением нам придется спилить 16 тополей, 12 можжевельников, 18 ясен, 11 карагачей, а также каштан вишня. Также будет снесено 5 жилых построек, которые находятся на красной линии. Вместо срубленных деревьев специалисты обещают посадить новые, ровно столько же, сколько пустят под нож. Однако вновь понадобится время, чтобы они пошли в рост. Строители были вынуждены спилить одно хвойное дерево, под которым находится электрический кабель, идущий в гостиничный комплекс. Часть будет пересажена в другие места. Проектом предусмотрена посадка молодых саженцев. При этом не без гордости подрядная организация демонстрирует то, как преобразится улица Турикулова, а дальше же Бекжолы и Рыскулбекова, на что из бюджета выделены 515 миллионов тенге, а вырубка деревьев, по их словам, здесь законна.